течение третьего столетия до нашей эры Деметриус из Афин основал библиотеку Александрина. В ней было размещено тысячи папирусов на греческом языке и древнем египетском языке о медицине, астрономии, истории, традициях, религии, языках, мифах, науке, литературе и так далее. Древняя библиотека была разрушена. Однако в 2002-м восстановленная библиотека была открыта на набережной. Здание в виде большого стеклянного солнечного диска покрывает 45 тысяч квадратных метров и имеет 7 лекционных залов. С помощью ЮНЕСКО в конечном счете она будет иметь более 8 миллионов книг со всего мира. Эта библиотека имеет музей, школу науки и информации, дворец для конгресса, планетарий и центр конференции –